Так, ну что ж, здрасте всем, 22-я фирма, Ничейная земля, и сегодня мы посмотрим один мод под названием Кирвиц. Да, очередной Кирвиц. А, он в больших тракторах. Не знаю, что он там делает только. Вот он, получается, нажимаем на него, открываем. Есть небольшая желтизна, краснота, так сказать, болячки всякие при конвертировании. Что у нас тут есть? Посмотрим сразу, влияет это как-то, конечно, влияет. О, тут даже колеса можно тоже снять. Внешний тюнинг. Ну, получается, это тот же Кирвиц. Получается, кто его там? Миха ТМ, по-моему, же делал. В 19-й ферме-то. Ну, сам этот. Погрузчик ему добавил. Так, наверное, ручной коробки никакой нету. Да, конечно же, нету. Поэтому поставим все так. Колеса все так же. Основной цвет. Получается, можно перекрасить его немножко. Цвет каркаса безопасности. Черный, например. Цвет передней решетки, конечно же, черный. Цвет кабины, конечно же, что-нибудь светленькое. Тогда надо и решетку тоже покрасить в этот же цвет. Во. А что, диски нельзя, что ли, перекрашивать? А, вот цветовый, вот слепой. Ну вот, как-то так. Что-то у него, правда, передок какой-то тяжелый, мне кажется. Что вообще? А что он такой заниженный стал? Что-то у него с развесовкой и весит он 18 тонн. Мне кажется, он не должен столько весить. Арендуем. А что у него в сочетаниях? Наверное, ничего нет. Ну, там у меня стоит же, получается, кто он там? Тирион. Можно будет у него одолжить. Автоматическая коробка. В принципе, ничего необычного. Куча, конечно же, ошибочек. Но, в принципе, вроде как едет. Меня, знаете, что интересует в первую очередь? Будет ли он резко вот так вот заламываться при поднятии тяжелого груза? Точнее, и при поднятии, и при повороте. Потому что в 19-й такое было. Да, что-то FPS какой-то с чем-то, интересно, связано. Не с тобой ли случайно? Ой, капец, у него аж колеса под текстуру проваливаются. Это что за прикол такой? Фары. Фары работают. О, мой любимый сигнал хотя бы есть. Дальний тоже активируется. Блин, можно, в принципе, отсюда, кстати, срезать. Там же есть у меня проезд. Я все никак тут не зайду на эту карту, не доделаю виноград и не спашу все это поле. Надо будет как-нибудь зайти, что ли? Может, это вон сколько всего. О, чуть подфризивает, кстати, немножко. Угу. Звуков поднятия гидравлики, конечно же, никакой нету. Сейчас посмотрим. Ух ты ж, блин, не, у него передок что-то реально какой-то очень тяжелый. Центр тяжести, по-моему, тут вообще где-то в жопе у него находится. Так, тут у меня еще осталась арендованная техника. Надо бы ее тоже, кстати, сбагрить. С прошлого, так сказать, обзора на камне дробилку. Так, тут у меня все нормально. Ух ты ж, блин, как фризануло-то. А, подожди, я же драйвера опять обновлял. Может, из-за этого надо попрыгать немножко. Так, ну ему, наверное, противовес не нужен, раз у него передок такой тяжелый. Ай, подожди, а тут направление можно менять? Нет, нельзя. Но зато он, получается, и вперед, и назад едет с одинаковой скоростью. Ну, то есть скоростью с разгоном, то есть. Ну-ка. Ага, цепляет. Уже хорошо. Так, врубаем терафарм. Надо только изменить. Как там-то менять-то, блин? Вот, заравнивать. Потому что он опять мне, получается, будет эту яму копать тут. Во. А, походу, болячка-то никуда не пропала. Видите? При повороте именно. Учитывая, что это конверт, я не удивлен. Ну, давайте. Так, напоминаю, ковш весит, получается, сколько? 8 тонн. Сам Кирвиц, интересно, сколько весит. О, спасибо. А чё? Это с ковшом. Ну да, он 18 же тонн весит. Давайте поднимем ковш. Ой, это что такое? А это эти, что ли, шланги? А чё они туда подсоединяются? Это чё за прикол? А, это такой конвейер, да?
Ну, прикольно, чем. Так, а что у меня получается в Урал-Бабае тут лежит? Известь, блин. Так, а тут у меня получается, по-моему, свекла, да? Резаная была. Да, тут резаная свекла. Это, ну, получается, вот эту всю фигню убрать. Ну, в принципе, основное мы все увидели. Как бы не совсем такой доработанный кирвиц. Прикольно, что шланги вот так цепляются. Оба. Звуков стандартных нету. Коробка автомат. Плюс шланги он как интересно цепляется. Но это из-за того, что у него вот этот вот предварительный подъем. Может, кстати, поменять на грязь. Когда он не будет ее высыпать. Так, ну, допустим, я поднял. Ну-ка я поверну. Да, и он... Зараза, убери-ка. Ну, по-моему, земля поменьше весит, что ли. 5 тонн. Ну смотри, 5 тонн еще он может осилить. Хотя нет, тоже, получается, заваливает. Ну-ка, если опустить... И поменять опять на камушек. Ну, по идее, кто будет поворачивать с поднятым ковшом, с таким весом еще, блин? Никто же не будет. Ну да, такая же фигня была в 19-й фирме. Особенно, когда песок грузишь, тоже вот так же заламывал. У этого погрузчика такого нету, тем более рама-то не ломается. Да ладно, аж колеса провалились под текстуры. А, сюда нельзя высыпать. Ай-яй-яй-яй. Блин, все-таки высыпал. Ну ладно, автосохранение выключено. Вот. А, это ковша самого. Ну, можно, конечно, широкие колеса попробовать поставить. Но я не думаю, что что-то изменится. Но давайте попробуем. Так, красить ничего не буду. Поставим топовый двигатель. Нет, не двойные, а... О, метазовские поставлю. Тут тоже ничего менять не буду. Тоже арендуем. Можно, конечно, мой ковш поменьше поставить, например. Так. Блин, а силусе было, конечно, тоже проверить, как он будет с силусными вилами работать. А не тем более, насколько на 8. Но силус, по-моему, все равно будет поменьше весить. Поэтому вряд ли есть смысл какой-то проверять. 6,5, 1,7, 3,5. Ну, в принципе, не так уж и много. У него, по-моему, тоже или есть, или нету предварительный подъем. А, да, есть. Вон же написано прям. Давай попробуем этот. Хотя я не особо не вижу разницы. А звуки-то, кстати, не меняются. Ну, то есть это конверт на очень ранней стадии. Есть уже у нас на просторах, так сказать, мотоделовство всего этого. Подобный, так сказать, автор, который кучу русских модов переконвертировал. Ну вот, считай, как раз 2 минуты у нас еще есть. Потому что какой смысл такой длинный ролик делать? Одному кировцу еще посвящать. Тем более немножко такому кривому. Блин, учитывая его стоимость в игре, тут уже... А тут у него, получается, шланги же не подцепились. Хотя предварительный подъем есть, без каких-либо шлангов. Но у него тут вон даже выходы остались. То есть большинство уже поняли, еще, наверное, на 5-й минуте просмотра, что этот кирвиц пока что нет смысла качать. Лучше подождать, как кто-нибудь его доведет до ума. Надеюсь, я на эту карту вернусь очень скоро, возможно, когда вот тут уже наконец-таки созреет урожай. Тут еще, считай, сколько надо будет сейчас сделать. Вон у меня сколько травы еще, блин, ёлки-палки. Покупаем, бежим заравнивание. Можно, в принципе, пока просто сюда это все скидать, да и потом подобрать.
Ну-ка, давайте еще раз проверим. Вдруг реально терраформинг сейчас заработал. Не, ни хрена. Смягчить. Тоже ни хрена. А вот тут, кстати, заработал. Ну-ка. Ой, слава богу. Пока работает, надо сделать. А здесь? А тут уже не хочет. По-моему, где-то еще была неровность какая-то. Блин, получается, эти две горы надо будет уже само убирать. Ну, в принципе, понятно, короче. Обычный конверт, вот и все. Ну, слушай, с этими колесами немного ему полегче. Они хотя бы под текстуру так не проваливаются. Ну-ка. Тьфу. Бедолага, как заломал его, блин. Все, хорош. Ну, все, как-то так, как раз 11 минут уже. Все, короче. Посмотрели Кирвиц. Качать можно, но не советую. Поэтому всем спасибо за просмотр и всем пока.